Ребят, всем привет! Вы на канале S Game Street, с вами Рауль, и мы продолжаем проходить Call of Duty Black Ops Cold War. Ну что ж, ребята, у нас следующее задание, значит, убежище, инструктаж по Кубе. Нет, это просто инструктаж. Следующий уровень будет после инструктажа, как я понимаю. Ладно, давайте уже начнем. Наконец-то! Я ждал твоего звонка. Они всю Москву поставили на уши. Оно того стоило? Адлер все же добыл список спящих агентов. Вопреки всему. Стальной характер, ничего не скажешь. Был молодцом. Похоже на то. Но, по-моему, они все чересчур расслабились. Ведут себя так, будто знают, с кем имеют дело. Возможно. Оказалось, что один из тех агентов связан с Зеленым Светом. Теодор Гастингс. Инженер-ядерщик из Солт-Лейк-Сити. И ты думаешь, он задействует Гастингса? Именно. Мы уже взяли его под наблюдение. Рано или поздно он выведет нас прямо на Персея. Связи. Так, выбрать следующее задание на доске с уликами. Угу. Так, а что здесь так темно-то стало, слушай? Или у меня что-то в настройках полетело, слушай. Где изображение? Поле зрения. Да не, вроде с яркостью все нормально. Походу в локации что-то темное стало. Давайте поговорим. Момент. Побыстрее, я занят. Визит на Лубянку прошел по плану? Не то слово. Наш человек проделал огромную работу. Что до тебя, у нас требование только одно. Необходимо превзойти все наши ожидания. Приветствую тебя в команде. От всей души. Что-то Хатс мне не нравится. Есть какие-то сомнения насчет Вудса? Я не склонен обсуждать свои личные взгляды на членов команды с подчиненными. Что-то еще? А если на Кубе окажется действующая атомная бомба? План А, агент Азулай. Мы выбрали Лазаря вовсе не за обаяние. Он сапер высшего класса. Но даже если он не справится, тебе придется ее забрать. Да, возьми смену штанов. Может, стоит взять ударную группу покрупнее? Ну нет. И при таком размере группа Персей может почуять опасность и сбежать. В этом случае меньше лучше. Понятно. Нам нужны точные данные на кону ядерная война. Данных точнее не будет. Разведки всего мира много лет пытаются привязать Персея к конкретному месту. Такое чувство, что он живет где-то между строк истории. И если ты лично сможешь прикончить его, то я буду невероятно счастлив. Так, ладно. Если хочешь повторить детали инструктажа, проектор в дальнем углу. Я слушаю. Так, хорошо, давайте покалякаем еще с кем-то. Осторожней, это протеже Адлера. Бел. Вас... И Фиделя Кастро что-то связывает? Ты серьезно говоришь? Только не это. Не-не-не-не. Погоди, я сейчас все объясню. Началось. Ха-ха. Ну да. Мы с Кастро в некотором роде кровные враги. У меня была возможность его убрать, но информатор подвел. Волна дерьма тогда дошла аж до самого Вашингтона. В общем, если я узнаю, что Персей снюхался с Кастро, и Хадсон случайно обнаружит мою пулю в голове Фиделя... Ну, придется списать это на побочный ущерб. Ха, уложился в 5 минут. Я ждал часового монолога. Так. Вы тоже охотитесь за Персеем во Вьетнаме? То есть охотились? В Кхешане мы ловили другого урода. А, точно. В Хюэ мы выгрузились рядом с группой Адлера. А еще тогда я имел несчастье познакомиться с Хадсоном. За эти годы он не изменился. Как он был полнейшим занудой, так им и остался.
Так, ну это понятно. Так, парни, вы настоящий герой. Я горжусь тем, что мы служим вместе. Слышал? Мы легенды, мать твою. Да, я мы там гром победы. Так, хватит уже языком трепать. Тот фальшивый американский городок тебя не впечатлил. Или ты сейчас про Мейсона? Не, я пока живой. Вудс Хадсон беспокоится за тебя. Это ты к чему говоришь? Это уже перебор. Если хочешь подружиться, то это самый тупой в мире способ. Да мы прикалываемся. Кажется, он озадачен. Ну, они два друга акробата, Хадсон и... То есть, Вудс и Мейсон. Так, ситуация сложная, но это, похоже, тебя не тревожит. Вы с Адлером только что влезли в КГБ, ломанули их базу данных и ушли живыми. Ну, а теперь наша очередь. На месте Персея я бы уже спрятался в нору. А я бы залил эту чертову нору напалмом. Такое чувство, что мы выслеживаем Персея уже 1000 лет. Для Адлера это кульминация 30 лет напряженной работы. Неудивительно, что он на взводе. А тебе стоит собраться и не думать о прошлом. Так, можешь не напоминать? Все это ради Симса, ради Адлера и ради меня. Хорошо. Это дело. Потом поговорим. Да. До скорого, Белл. Интересно, что когда я с ними начал говорить, какой-то прожектор на них прям кинул. Ладно, давайте уже на доску с уликами начнем наше задание, да? Но тут что-то темновато. Итак, следующее задание — последняя черта. Белл ЦРУ секретная. Отряд отправляется на Кубу, чтобы захватить украденный Персеем ядерный заряд. Так. След Теодора Гастингса, ключевого спящего агента, которого разыскивал Персей, приводит на Кубу. Судя по всему, к югу от Гаваны Персей построил какой-то засекреченный объект. Похоже, Персею Гастингс был нужен для того, чтобы активировать ядерный заряд, украденный в Германии. Изучим улики. Фотография Персея. Ну, это я, по-моему, в начале прохождения с этой уликой уже знакомились. Вот новая улика. Значит, фотография тактической атомной бомбы. Игра с огнем. Команда нашла этот снимок в Восточном Берлине, когда пыталась задержать и ликвидировать Антона Волкова. ЦРУ полагает, что Волков пытается тайком провести это устройство через город продолжительно для передачи Персею. То есть предположительно ли? Да, предположительно. Который уже давно мечтал о собственном ядерном оружии. Понятно. Что там еще? Итак, распечатка об операции «Зеленый свет». Даже самые лучшие планы. Персей нашел программу ЦРУ, о которой не знали даже Рассел Адлер и его команда. Более того, ему удалось извлечь из нее выгоду. Джейсон Хадсон – один из тех, кто отвечает за операцию «Зеленый свет», цель которой – разместить американские ядерные заряды в европейских городах. «Зеленый свет» была придумана как последнее средство в войне с русскими, имеющие вид на Европу, но за его применение придется очень дорого заплатить. Ну, конечно. Так, что там еще? Отчет об ЭВМ с Имантау. Я быстро пробегусь глазком, ребята. Вы можете поставить на паузу, почитать.
дискета с данными о спящих агентах. Понятно. Так, давайте начнем уже операцию. Гастингс покинул Солт-Лейк-Сити. Мы проследили его до самой Кубы. Персей мог доставить бомбу туда. В Лэнгли считают, Кастро готов помочь Персею привезти ее в США в обмен на возможность изучить устройство. Мы не допустим. Какой план? По последним данным, Гастингс в 30 милях южнее Гаваны. Там есть заброшенный комплекс. Думаем, там Персей прячет бомбу. Они вынуждены скрываться, поэтому охрана будет умеренной. Работаем быстро и жестко. Десантируемся, хватаем бомбу, уходим на Фултоне. А если бомбы там нет? Она там. Гастингс мог понадобиться Персею на Кубе только для того, чтобы подготовить ее к подрыву. Ну что ж, пока мы в пути, Хадсон готовит отход. Все готовы? На выход. Да. Ох уж этот Персей, Персей. Последняя черта. Белцеру секретно. 37 миль к югу от Гаваны, Куба. 13 марта 81-го. Где Адлер? Придет. Мы рано. Он должен появиться через... Парк, мы на месте. Принято. Пробуем окружить. Так, окей. Внимание всем. Работаем быстро и громко. Находим Гастингса, хватаем бомбу, валим нафиг. Вот, давай начинай. Блин, как вовремя. Мы уже начали. Марш! Надо поспешить. Так. Белл, сделай милость. С удовольствием. Наши. Как заводные, блин. Так, окей. Ой, блин. Херово. Чё, он не сдох, что ли? Говно он кушает, блин. Супер. Ну это прикольно, просто снайперка, я не могу его убить. Ну все. Это тоже погасил. Так, окей. Осторожно, они пустили дым. Я бы их не оружие взять. Второй этаж. Наконец-то, блин. Так. Вроде у этого парня обычно АК-47, но нет. И не все одинаковые. Вперед, вперед!
более-менее. Чем же провинились эти бедолаги? Принято. Они закончили работу. Хорошенькая премия. Так, мне в какую сторону? Мне с вами или с ними? Скорее всего, с ними. Их три на три, да? Смотри, у них тут камера наблюдения. С их помощью мы можем найти бомбу. Красиво, парк. И как всегда на высоте. Найти бомбу. Понятно, понятно. Ух ты. Подозрительно тихо. Будь начеку. Контакт. Так. Гражданский. Черт! Все целы! Белл, ищи мины. Вижу. Ой, блин. Тихо, тихо, засада. Вперед. Суки могут быть везде. Что здесь у нас? Максимальный запас гранат, окей. Ах ты. Меняю позицию. Успел вернуться. Ну все, с кэшником хотел сказать, что покончено, но там был еще один. Сейчас все или нет? Гаденыш. Парк. Все. Может, позволишь наконец угостить тебя выпивкой, когда все закончится? Лазарь, твоя настойчивость достойна восхищения. Это не значит нет. Может, вам уединиться, а? Ох уж, эти черные постоянно их ценят на белых. Одежда на немецких солдат, блин, чем-то похоже. Так. И мы на месте. Найти ядерное устройство с помощью видеонаблюдения. Так, смена канала. Мейсон, там еще один за стойкой. Смотри дальше. Вот. Стоп, Адлер. Мы нашли бомбу и... Твою мать, кто-то убивает ученых. Где? Второй этаж. Комната 27Б. Что за дебилоид? Так, ну что? Второй этаж. Центральная комната. Наверх, быстрее. Напарник мой. Грубо, но эффективно. Что, парк, глаз оторвать не можешь? С4 ставим. Адлер, мы идем на второй этаж. Нас прижали. Иди дальше. Мы догоним. Офигенно. Главное, ребята, не спешите, идти аккуратно, а то мне бывает иногда, я, блин, так спешу. Все же, блин.
данная пушка прицел лучше всего такая по типу снайпера, да, чем коллиматорка. Чисто гражданский. Пожалуйста, они по нам стреляют! Нет! Не подходите! Это сука, кто это? Не попал со снайпером. Дальше, да, погнали. Серьезно окопались, похоже, мы у цели. Из пулеметов. Ну, уже разобрался. Мина, блин. Внутри объекта прямо. 7Б. Адлер, мы заходим. Ух ты, ух ты. Блин. Лады, двери. Не сделано, пап. Белл, осмотри комнату. Вот, в принципе, ядерный Красивец. Заряд, нет? Говори давай. Расценить опасность. Стрелял в нас и ушел. Персей бы не бросил свою драгоценную бомбу. Он заставил нас вычислить коды подрыва. Дать ему доступ к зеленому свету. Что? То есть теперь Персей может взорвать сразу несколько бомб? И я виноват. Гастингс, держись. Сколько бомб зеленого света может подорвать Персей с этими кодами? Он подорвет их все. Нихера себе. Он сметет пол Европы. И обвинит во всем Штаты. Нам надо найти этого гада Персея. Нам пора. Контакт! Вертушка идет низко. Расположение всех бомб. Все на крышу, быстро! Адлер, их тут целая толпа, они окружают комплекс. Это что такое? Симуляторы? Иду! Аккуратно, блин. Не попал, блин. Ладно, погнали дальше. Адлер, вижу объект. Южная крыша, возможно, Персей. Крутится на вертолет. Пойди его! Месяц доступен. Подтвердите контакт. Подтверждаю, земля, мы вас видим. Пристегнитесь, встаньте спиной к ветру и скрестите руки. Будем через две минуты. Марк, осторожно! На крыше снайперы! Снял. Они повсюду. Лады, давай короткими. Патронов мало. Супер. Знаешь, что, Лады? Сплавно держись оборону. Готова с тобой выпить. Не дразнись. Только это будет не та остренная моча, которую вы зовете пивом. Мы напьемся как следует. Готовься. Вон они. Вижу. Ой-ой-ой.
лечь, чтобы остановиться. Патронов мало. Офигенно. Где самолет? Минута. Держись, Лазер. Знаешь, как выберемся, с меня выпьет. Вот теперь мне есть за что сражаться. Мотивация, да? Земля, это горд. Я смотрю, у вас там жарковато. Подержать сверху. А, было бы очень страшно. Принято. Сейчас поможем. Земля, горд. Принято. Зачищаем крышу. Наконец-то дали доступ к консоли. То есть, по беспилотнику или что это такое? Так. Эвакуации. Второго шанса не будет. Вас поняла, Борг. Вижу самолет. Парк, пристегиваемся. Живо! По очереди. Белл, ты вперед. Мы прикроем. Ладно, давай. Ладно. А где самолет там? Эвакуируется с помощью шара. Че, прикалываетесь, что ли? Укрытие! Черт! Пиздец. Я так и знал, что под конец какая-то срачка будет. Захватись Лазаря, захватись парк. Не могу. Дотянуться. В парк. Шевелись, Белл! Мне жаль. Мне жаль. Не знаю, это... персонажка больше. Полная фиаско, черт возьми. Ближе как будто что была. Что смогли получить, с тем и работаем. Тоже сказал персонажка. Между прочим, мы заплатили тому информатору. Думаешь, это был? Понятия не имею. Зато теперь я знаю, что у Персея не одна долбанная бомба, а несколько дюжин. Миллионы людей умрут, а потом вы в гибели обвинят США. Вы должны выяснить, откуда он планирует передать сигнал. И как будем выкручиваться? Белл знает, где искать. Белл? Этот дурацкий проект оказался пустышкой. Не стоит недооценивать Адлера. У него в запасе еще много фокусов. Да. Конспиративная давай. Квартира ЦРУ Е9. Тиландебан. Западный Берлин. Симс, гадалку! Белл, за мной должок. Твою мать! Если мы сейчас облажаемся, то потеряем не только Лазаря. Тебе придется выполнить еще одну задачу. Я очень надеюсь на тебя, Белл. Симс, готовь препараты. Все. Адлер, не трать время впустую. Этот человек нам не нужен. Будь начеку, Белл. Ты ключ к победе над Персеем. Как и было всегда. Хватит полумер. Делаем прямую инъекцию в мозг. Прямая инъекция в мозг может вызвать судороги или хуже. Блин, через глазницу? Ты уверен, док? Ой, блин. Воспоминания пойдут почти сразу. Белл, слушай, постарайся вспомнить. Мысленно вернись во Вьетнам. Последний раз. Надо закончить начатое. Мы были на задании. Нифига себе, конечно. Ну, Белл, Персей. Ты помнишь свою встречу с Персеем во Вьетнаме?
Сердце перебои. Черт, пульс зашкаливает. Нужно расслабиться и сосредоточиться. Вертолет разбился. Ты идешь через джунгли в одиночку. Находишь бункер. Ты помнишь бункер, Белл? Мы должны знать, что было в том бункере. Бункер. Какой-то, блядь, бункер. Не верь Адлеру. Адлер лжет. Не верь ему. Не слушай Адлера. Он тебе лжет. Узнай, он тебе лжет. Не верь Адлеру. Во время проверки доклада о советском бункере твой вертолет был сбит огнем с земли. К тебе. Ну что ж, ребята, уже продолжим в следующей серии. Прорыв наша будет следующее задание. Надеюсь, вам понравилось. Если это, то ставьте обязательно пальцы вверх, подписывайтесь и пишите комментарии. С вами был Рауль. Всем удачи, всем пока.